20 миллионов долларов. 20 миллионов долларов. Рекордная взятка в Российской Федерации. Как уверены следователи, именно так уверено следствие. Взятку пытался получить их коллега, следователь Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. 20 миллионов долларов. Еще раз скажу. Это из доказанных, как считает следствие, доказанных, самая крупная попытка получения взятки на сегодняшний день. Андрей Андреевич Гривцов, молодой следователь. Мне удалось поучаствовать не в одном деле, как адвокату, которое было в производстве у этого следователя. А какие дела он вел? Он вел серьезные дела, связанные с экономическими преступлениями. Вел честно? Вот ваша оценка. У Андрея Андреевича все расследование сводилось к тому, что свидетели обвиняемых, от них пытались добиться нужных следователю показаний. Назывались фамилии людей, которые были незнакомы ни свидетелям, ни обвиняемым. Из допроса и в допрос. То есть чистый шантаж. Выбирают бизнесмена. Совершенно верно. И вымогают 20 миллионов. Вымогают 20 миллионов долларов. И как это так? Вот просто позвонили, сказали, дайте нам 20 миллионов? Мы вот такие крутые следователи? Совершенно верно. Именно так? Именно так. Вы просто решили заработать два следователя? Совершенно верно. То есть что-то такое слышали якобы где-то, когда-то, кто-то у кого-то? И решили? Да, и решили заработать. И пошли на откровенный чистый шантаж? Совершенно верно. Алло. Людмила Борисовна, как вы считаете, вот правильно я понимаю, что по этой же модели у тебя есть дача, значит, есть деньги, есть завод, значит, есть деньги, принеси нам денежку, иначе посадим, вот к любому из нас, правильно? Безусловно, это уже государственное рейдерство, осуществляемое правоохранительными органами. Это то, что назвал Медведев «кошмарить бизнес». Знаете, есть такая шутка. Бабло побеждает добро. Для меня, например, лакмусовая бумажка. Хочет ли Следственный комитет бороться с коррупцией, с оборотнями в погонах? Вот дело Гривцова. Вот для меня это лакмусовая бумажка. Это разговоры или это всерьез? Следственный аппарат при прокуратуре. Следователь Гривцов. 20 миллионов долларов взятка.